21-й микрорайон стал объектом пристального внимания городского руководства не случайно. По сравнению с другими районами города он выглядит неухоженно. Если говорить конкретно, то речь идет о территории от 24-го дома к домам 18-21. Я постоянно делаю объезды по городу, и когда еще почва не подсохла, честно говоря, посещение первого микрорайона оставило у меня удручающее такое впечатление. И по сравнению с теми работами, которые были проведены во втором микрорайоне, в других микрорайонах города, все-таки район выглядит таким бесхозным. Отправной точкой исследования стала территория вдоль площади Дворца культуры «Дружба». Глава города вместе с руководителем газовой службы проследовал по дорожке мимо третьего дома. Этот участок сейчас приводит в порядок газовики, устраняя последствия прокладки газопровода. О сделанном на субботниках доложил директор Дворца культуры. На территории возле «Дружбы» на первый взгляд чисто, однако недочеты имеются. Попутно мэр давал поручение архитектору для предложений по использованию незадействованных объектов. С моей точки зрения, вот микрорайоном первым нужно в этом году администрации города совместно со службами заниматься более детально. Причем понятно, что средств нет, но вот когда сегодня проходили, даже простейшие моменты, связанные с простым выравниванием территории, с градированием или трактором, или же простыми граблями, прогредить территорию, совершенно уже другой вид. Среди объективных причин неухоженности микрорайона – масштабные работы по замене всех теплотрасс. После замены труб не все еще удалось восстановить. Однако есть недоработки и со стороны коммунальных служб. Все службы муниципальные будут сюда привлечены. Работники в рамках еженедельных субботников будет дано задание по участкам для того, чтобы с лопатами, с граблями они благоустраивали территорию. Площадка в центре территории у домов с 15 по 21 годами практиковалась как место для сбора и вывоза мусора. Ранее сюда подъезжала по графику мусоросборочная машина. Теперь установили контейнеры. Жителей место вроде устраивает, но и украшением территории контейнерная площадка явно не является. У нас были пробные установки контейнеров. С одной стороны, себя оправдали, с другой стороны, в рамках вот будущего планирования данной территории, ее благоустройства, уже возникает, наверное, желание убрать с центра вот данного района площадку. Но для того, чтобы жителям было удобно носить, может быть, вместо одной данной площадки поставить 3 или 4. Определим места, посоветуемся с домкомами, и уже на основании их мнения будем принимать окончательное решение. Как пример, определить для этого места в торцах 18, 19, 20 домов и за пятиэтажкой номер 15. По аналогии со вторым микрорайоном предлагается контейнеры поставить вдоль объездной дороги. Кроме того, эта мера позволит решить задачу загрязнения гаражных массивов. Окончательное решение об установке альтернативных контейнерных площадок будет основано на мнении жителей, которые уже смогли обозначить свою позицию, общаясь сегодня с главой города. Ирина Мерзлякова, Елена Чирыкова, Вадим Полосмин, «Наш город».